июль, 2008 год. Мы находимся около Лос-Анджелесского выставочного центра, где проходит E3 Media and Business Summit. Нет, мы снимали эти кадры не до и не после выставки, а в самый что ни на есть ее разгар. Просто в этом году она была немногочисленной, мягко говоря. В прошлый раз, если помните, организаторы решили отказаться от огромного выставочного центра и переместились в фешенебельный пригород Лос-Анджелеса Санта-Монику. Судя по всему, не всем понравилось носиться, сломя голову между гостиницами, и теперь E3 снова вернулась в памятный выставочный центр. Только вот то ли поезд уже ушел, то ли в силу каких-то других причин народу уже было в разы меньше, огромные площади практически пустовали. Еще пару лет назад выставка занимала все гигантское здание, а теперь тут хоть шаром покати. В чем же причина спада активности? С этим вопросом мы обратились к одному из ведущих специалистов по игровым выставкам, главному редактору портала DTF Максиму Маслову. В данное время проходит изменение выставки E3, вот именно превращение в конференцию, вот вы правильно сказали. То есть это раньше это была большая выставка с ярким шоу, для, в том числе и для обычных посетителей, то есть для игроков, и для дистрибьюторов, и для партнеров, и для прессы. Сейчас выставка E3 постепенно превращается в конференцию. То есть это действительно такое же закрытое бизнес-мероприятие, в котором принимают участие множество компаний, издателей, разработчиков, дистрибьюторов, но уже с закрытыми стендами, и все мероприятие посвящено исключительно бизнесу. Хорошо это или плохо, судить не берусь, учитывая, что каждый год слухи о смерти E3 они возникают с новой силой и все больше и больше муссируются. Я думаю, что скорее это плохо. На мой взгляд, есть очевидные причины и очевидные совершенно последствия, которые может такое вот состояние выставки привести за собой. Значит, причины понятны, это очень дорогостоящее участие больших паблишеров. То есть первое, что, собственно, из-за чего выставка, как выставка, она по сути умерла, это очень дорогостоящее участие именно в плане организации стендов для компаний типа Electronic Arts, Microsoft, компании Take-Two. То есть у всех больших компаний для них построить стенд стало просто невообразимо дорого, то есть несоизмеримо с тем выхлопом, который они получают от участия. То есть когда организация стенда Electronic Arts стоила $1.5 миллиона, это было понятно. Приезжал весь мир смотреть, приезжали масса игроков с Америки, поучаствовать, поиграть, посмотреть, написать, там, купить, закупить, возможно, игры для своих магазинов, сетей. Когда организация стенда в последние годы жизни E3, как выставки, она стоила уже там, $6-7 миллионов, уже было многовато. Ну и, собственно, поэтому, насколько мне известно, все это, в общем, привело к тому, что выставка стала конференцией. Знаете, я активно слежу за тем, что происходит вот с выставкой E3, потому что все-таки это была первая выставка там, такого уровня в мире, да. А сейчас есть информация, что на следующий год еще не забронированы места ни в одной выставочной точке, скажем так, ни в одном выставочном зале, ни в одном выставочном центре Америки на следующий год еще не забронировано. То есть вполне возможно, на следующий год E3 как бизнес и медиа саммит, чем он сейчас является, возможно, и совсем перестанет существовать. Ну а что же происходило на самой выставке? Сейчас мы пройдемся по самым интересным стендам проектов, представленных на E3 этого года. Но перед этим отмотаем время еще ненадолго назад. В первый же день нашего пребывания в Лос-Анджелесе нам позвонили из компании Snowball и после недолгих переговоров отвезли нас на студию Heavy Iron. Студия эта, напомним, занимается в основном играми по мотивам мультфильмов. Как вы уже наверняка догадались, речь пошла о Уолли. Помимо, собственно, знакомства с игрой, нас ждала экскурсия по студии, а сопровождал нас очаровательный робот, всюду спешивший за нами по пятам. Ну а теперь, собственно, вернемся к самой выставке. Что же привлекло наше внимание? Во-первых, это, конечно же, стенд Electronic Arts, на котором было представлено целых 3 проекта, попавших под нашу камеру. Для начала Red Alert 3. Hi, I'm Chris Corey, I'm the executive producer of Red Alert 3. Welcome, Best Computer Games. Let's take a look at what we've got. Крис Кори показал нам пример многопользовательской игры и рассказал про третью фракцию — Страну восходящего солнца. Kind of looks almost like a giant robotic chicken. Тут появились и роботы-трансформеры, и летающие подводные лодки, и много чего еще. Далее, не отходя от стенда, боевик The Lord of the Rings — Conquest. Здесь мы немного повоевали на стороне добра, по ходу задавая вопросы разработчикам. Игра производит впечатление, причем настолько сильное, что заинтересовался даже Андрей Ленский. Человек, кто понимает, к боевикам обычно равнодушен. Hi, my name is Bernd Diemer. I am the producer for Crisis Warhead, which I'm gonna show you a bit of. Ну так что же теперь? Это был наш первый вопрос, который мы задали Берну Диммеру. Он знаком вам еще со времен прошлой E3 в качестве продюсера Crysis. А теперь он представляет Crysis Warhead.
учли ли разработчики свои ошибки или привычные грабли оставят еще одну отметину на прежнем месте? Однозначно на это сможет ответить только релиз, но на подробности о нововведениях наш собеседник не скупился. В недрах офиса Midway тоже демонстрировали боевики, те два, над которыми студия трудится в данный момент. Первый — This is Vegas. Hi, I'm Alan Pavor, head of Surreal Software, and I'm showing you This is Vegas. Правда, о нем нам поведали в самых общих чертах. Второй — Wheelman. Тут беседа вышла уже гораздо более обстоятельной. И хотя оба проекта принято сравнивать с GTA, у Wheelman явно есть своя изюминка. И это не только Вин Дизель. Следующим на очереди был офис компании Bethesda. Тут журналистам демонстрировали практически готовый третий Fallout и даже давали немного поиграть. Увы, снимать игровой процесс было запрещено. Еще бросалось в глаза засилье казуальных игр на стендах из разряда «поиграл и забыл». Естественно, больше всего народ привлекали гитарные развлечения — Guitar Hero и Rock Band, где с утра и до вечера не смолкали аккорды. Немалой популярностью пользовался стенд Deep Silver. Там выставлялся уже знакомый нам сталкер «Чистое небо». На стенде трудился Валентин Елтышев, чей рабочий день был расписан буквально по минутам. Поймать его удалось лишь в последний день, буквально на пару минут. Отличная выставка. И отлично, что вы сидите дома. Они приехали сюда через 10 тысяч километров, чтобы посмотреть на 10 казуальных игр и несколько хороших проектов. Потому что вы посмотрите это все в этом видео. Потому что эти ребята снимают все хорошие проекты. Все так и было. Видимо, по количеству автомобилей полиции организаторы готовились к массовым беспорядкам, но в этом году они явно перестарались. И лишь вереницы желто-зеленых такси терпеливо ждали клиентов, да пустые автобусы каждые 15 минут объезжали гостиницы, где остановились гости выставки. Это тоже была излишняя мера. Ни в одном автобусе мы не видали больше 5 пассажиров. Словом, организаторы выставки определенно перемудрили и с ангаром, и с бизнес-саммитом. Устав от ежегодных сюрпризов, многие компании сделали ставку на Лейпциг, куда и перетекла основная кровь игровой индустрии. Посмотрим, что будет в 2009 году. Если будет, конечно.